Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8. Урок 16. Ребро куба равно 11 сантиметров. Найди площадь поверхности куба и сумму длин всех его ребер. Чему равен объем этого куба? Для нахождения площади мы должны а умножить на b, то есть 11 умножить на 11, так как ребро куба 11 сантиметров, а в кубе все ребра равны. Мы нашли площадь первой грани. Она равна 121 сантиметр квадратный. Так как у куба 6 одинаковых граней, то мы 121 умножаем на 6. Получаем 726 сантиметров квадратных, площадь полной поверхности куба. 11 умножим на 12. 11 – это длина ребра куба. А так как в кубе 12 одинаковых ребер, то мы найдем сумму длин ребер всего куба. Получаем 132 сантиметра. Для нахождения объема куба мы должны длину умножить на ширину и умножить на высоту. Длина, высота и ширина у данного куба одинаковая, так как у куба все ребра и все грани куба равны. Мы получаем, что объем всего куба равен 1331 сантиметр кубический. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.